Хей, йога и с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру под названием Кастельванию, там что-то Legend of Shadow. Ладненько, поехали, продолжаем приключения наши. Это у нас храм Пан. Зловоние болота постепенно стирается из памяти, и земли необычайной красоты простираются перед ним. Рай, где природа живет в гармонии с живыми существами. Настоящий приют для всех желающих. Он близок сейчас. Близок старым богам и старым путям. Давно забытое людьми, это царство когда-то было почитаемо всеми. Ныне осталась лишь малая его часть. Скоро даже она исчезнет. Амулет чувствует своего хозяина. Его путь почти окончен. Ему теперь понадобятся все силы, вся сообразительность, чтобы убедить старого бога помочь ему. Окей. Так, как это... Так, 5 штук, мне нужно чего-то собрать. Каких-то сфер? В амулете появилась магическая руна, может вы сможете зажечь их все? Возможно, может быть. Ну, походим, поищем, может, зажжем. Конечно, ничего не обещаю. Но снова же постараюсь. Свиток рыцаря братства. Изуродованное тело моих братьев разбросано по всей округе. Я чувствую вину за то, что собираю их с трупов, товарищи. Но мне нужно отыскать больше кристаллов здоровья, или мои дни будут сочтены. Простите, братья, я долго не протяну, если не повышу шансы своего спасения. А мертвецам они уже все равно ни к чему. Я знаю, что где-то рядом кристалл здоровья. Я его чувствую, но мне сначала нужно отдохнуть. Я так ослаб. Стоять. А, блин. Жалко, что точное количество не показывают. Хм, слишком крупное место. Птички, 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 птички. Один упустил. Возвращаемся. Вопрос только, где я упустил? Так, я взял здесь, я взял тут, там. Ах ты ж, ё-моё. Ну, не значительно, но хотя бы что-то слушайте. Подождите, а как я мог... Как это место вообще выглядит здесь? А, и как бы я узнал, что туда можно? Нужно в каждый угол прыгать, получается. Окей. Буду прыгать в каждый угол. Дорогая Марта, боюсь, у меня не хватит сил вернуться. Позаботься о себе и нашей
ненаглядной дочурке. Да простит меня Бог за то, что я не справился со всеми заданиями. Со своим заданием. Знай, мы всегда останемся в моем сердце, и однажды ты вновь будем вместе. Твой любящий муж Виктор. Где последний камень? Может добраться, но ковчег. Возвращайтесь, когда улучшите свои навыки. А, типа двойного прыжка, да? Я понял. И? А, то есть я должен... Чё? Попочка. Я только заметил. No bad. Жду фула. Жду фул. Так, подожди, надо сюда немного проскочить назад. И сюда. Как-то тут тени такие темнистые. А в смысле, типа, я должен в натуре сюда уже буду только прийти? Повторно? А, ну, да, тогда это Metroidvania. Приходи в один и тот же уровень, ну, с другими способностями. Просто бегу, да и все. Так, какая-то пропасть. Также похоже на арену. Мне кажется, да, кто-то должен с этого туалета вылезти. Либо мы туда должны прыгнуть. Покажи себя! Братству нужна твоя помощь! Мне нужна помощь! Я знаю, кто ты, Габриэль. Я хранитель озера Забвения. Место, где живые могут общаться с мертвыми. Скажи мне, воин, знаешь ли ты, что произошло? Бог покинул нас. Жители преисподней пришли забрать души людей и стереть род людской с лица земли. Что насчет старейшин твоего ордена? Каково их мнение? Что Бог не покинул нас. Они верят, что кем-то или чем-то было прочитано мощное заклинание. Заклинание, отделившее наш мир и небеса. Отделившее нас от Бога. Открывшее проход демонам в наш мир. Зачем Братство Света послало тебя к Озеру Забвения? В их видениях у этого озера ожидает меня весть. Она содержит ключ к нашему спасению. Мне было велено отыскать тебя, в надежде, что ты покажешь путь. Старейшины верят, что эти видения были последней вестью с небес, и что ты должен знать что-то, о чем мы не подозреваем. Верно? Да. Моя любовь. Мария была убита 2 дня назад злом, что блуждает в этих землях.
Ее душа и души недавно усопших застряли здесь и не могут упокоиться. Так вот зачем они послали тебя к озеру Забвения. Они верят, что она ждет тебя здесь, чтобы сообщить тебе весть. Да. Ты поможешь? Лишь самые достойные из живых могут общаться с мертвыми. Достоин ли ты, Габриэль? Ну, если да, возьми меня в руку и ныряй. Так, выбрать кольцо, повернуть кольцо по часовой стрелке. Повернуть кольцо против часовой стрелки. Но мне нужно по. Логично ж. Теперь мне нужно повернуть против. Повернуть против. В смысле, я что, рестарт? Я рестарт не нажимал. Святой подсказки. Пока Мария не успела в небо взойти, должен верный путь ты найти. И печаль победы на свою. И остается ей наш краю. Один лишь правильный путь. А ничего, что как бы я сделал правильный путь. Ебать, я лох. Я сброс нажал. Так. Короче, я тупой. Давайте просто покрутим централку. Ох уж эти головоломки.
это значит? Ответь! Только то, что ты прошел испытание. Ты достоин войти в озеро забвения. Не забудь захватить кинжалы. Кто знает, когда они пригодятся. Не дай тьме завладеть тобой, Габриэль. Почему там идет снег? Мутный какой-то типочек. Очень мутный. Волну кинжалов прокачать. Думаю, она хорошо мне поможет против некоторых боссов. В смысле улучшения оружия? Тут было улучшение оружия? Ну ладно, давайте я главу закончу, потом я соло пробегусь и все. Озеро Забвения, поехали. Испытание потрясло его. Я вижу сомнения в его глазах, когда он направляется в сторону озера. Так пан теперь помогает ему? Что ж, хорошо. Наверное, это хорошее знамение. Интересно, подозревает ли он о том, что его здесь ждет? В этом месте, где мертвые могут общаться с живыми. Холодает. Ледяной ветер пронизывает его сердце, я вижу это. Чувствую это. Ему понадобится помощь, чтобы справиться. Он не должен потерпеть неудачу. Он не подведет. Не сейчас. Пока нет. Если я помогу ему в этом. Да, я вспомнил с улучшением, которое мне нужно двойной прыжок, чтобы забрать. Да, ледяные какие-то горы. Пан. Народное предание говорится о мистическом духе, живущем в диких лесах и защищающих. Легенды, он появляется в различном обличии, в виде орла, оленя, кабана или даже коня. А также во многих других некоторые описывают пана как злобного старика. В то время, как другие рассказывали о великодушном и могущественном полубоге. Слуги самой матери природы, но человечество со свойствами ему высокомерием оскверняет и разрушает мир, и старые духи уходят. И вскоре пан должен будет выбрать свою судьбу. Окей. Так, теперь мы в ледяных равнинах. Как, короче, я понимаю, всегда в последней главе мне нужно на ту сторону. Но я понимаю, что здесь будут боссы, да, какие-то. Ну, пойдемте. Да, я видел там проход слева был, кажется. И ледяной голем. Здоровенная рыба. Каменный голем.
Человек-печка. У него во рту просто... скелет. Что-то похоже на печку. Колоссус. Привет. Ну... так, ледяной титан. А, титан, окей. У него... ох, у него защита, чисто полностью защита. Похоронен глубоко под толщей воды древнего озера. Ожидают своего часа останки некоторой великой европейской цивилизации. Среди них и титан войны. Задолго до Рима в Древней Греции существовала цивилизация, обладающая непроизведенными технологиями. А этом титан является венцом их достижения. Известный как войны некромантии. Опустошительные войны конфликт. Спер с лица земли. Стер. Да? Да, стер с лица земли. В прошлом давающую цивилизацию. А это чудо инженерии мысли было утеряно. Когда было сотворено темное заклинание, отделившее небеса от землей тверди. И это место принялось к себе души мертвых и каким-то образом подпитало магические руны, оживив титана в последний раз. Окей, могу ли я отсюда свалить? Что-то сложно. А, удержите. Я понял. Я запомнил. Ну, попытался. Сложно, сложно, сложно. А, и заново все. Что мне дальше делать? А, точно F нажать.
что я должен был сделать? Ну блин, я бы не сказал, что он... Не то слово, что он сложный, но он просто... Ясно. Агрим его на удар, просто убегаем хер знает куда. И ползем. Титан. Ну блин, он вообще ничем не сложный. Не-не-не, чел, спасибо, я больше не попадусь на одно и то же. Так, это типа сейф прошел? Гуляй, голем. А, теперь заново к нему залазить наверх. Я играю как серьезно в Колоссус. Тихо, держимся. Держимся. Нет.
Держимся. Идешь в сраку, чел. Я успел. Почему я не успел? Давай, объясни мне, почему я не успел. А, я буду просто держать, короче, кнопку. Я держу кнопку. Он меня зацепил? Он меня действительно зацепил? Что? Бестя, чё херь? Голем, сорян, ну ты реально бесячий. Да что ты так часто это делаешь? Еще это будет продолжаться, голем. Ясно, один удар нужно было сделать. Мне кинжал. Быстро! А то, что у нее там еще хп было... Нет. Все равно, да? Окей. А, у меня дежавю. Найс. А, подожди, а лоб я ему не бил. Странно, странно, странно. Мария. Тут нечего прощать, любовь моя. Я так счастлива вновь видеть твое лицо. А я твое. Любовь моя. Хранители Ордена надеются, что ты поможешь нам понять, что происходит. Мир был оторван от небес.
Некоторые думают, что Бог нас оставил. Это правда? Я чувствую. Духи пытаются говорить со мной. Они шепчут мне. Так трудно понять их всех. Тут так темно, так много рыдающих людей. Я не могу отыскать их в темноте. Мне страшно. Тут есть что-то еще. Тень окутала мой разум. Ты должен помочь нам, Габриэль. Что они говорят? Кто они? Это духи основателей твоего ордена. И они говорят, что сила владык теней — это ключ. Они говорят о пророчестве. Я не понимаю, о чем они. Я чувствую, что исчезаю. Я едва тебя вижу. Тьма окутывает меня. Нет, я Мария, люблю тебя, не Габриэль. Уходи, Мария. Я тоже тебя люблю. Зачем ты здесь? Кто тебя послал? Я Зобак, воин из Братства. Пан и я старые знакомые. Он чувствовал, что тебе понадобится моя помощь. Я слышал о тебе. Прости. Мое имя Бельмонт. Я знаю, кто ты. Это была душа кого-то, кого ты знаешь? Да. Это моя жена. Прости меня. Я просто не мог не подслушать ваш разговор. И, похоже, духи основателей нашего ордена пытаются через нее сообщить нам нечто очень важное. Что ты имеешь в виду? Всего лишь о том, что основатели ордена, похоже, пытаются общаться с нами при помощи мертвецов. Пророчество сохранялось в тайне многие века и известно лишь немногим. Она никак не смогла бы о нем узнать, если только... Они каким-то образом не сказали ей об этом. Слава тебе, Господи. Какое пророчество? Написано было, что чистый сердцем воин отберет силы у владык теней и затем использует их для уничтожения всего зла. Сказано, что воин этот станет наместником Бога на земле, чрезвычайно сильным, имеющим безграничные возможности. Габриэль, духи основателей нас не покинули. Хвала твоей Марии, теперь у нас появилась надежда. Нам нужно будет вступить на земли владык теней, тебе и мне. Мы должны вернуть те силы, которые они забрали, и объединить небеса с этим миром, и... И тогда... Мы... Габриэль, разве ты не понял? Ты можешь вернуть ее. Если ты говоришь правду, тогда мы должны действовать быстро. Лорды теней не должны подозревать, что мы идем по их следу. Иначе они обратят свое внимание на нас. Мы пойдем разными дорогами. Я отправлюсь в землю оборотней. А ты на территорию вампиров. Подготовишь дорогу. Затем мы вместе отправимся к лорду некромантов. Его земли дальше. Но они не должны нас заподозрить. О, возьми. Амулет маны. Он позволит тебе поглощать духовную энергию и будет исцелять твои раны. Типа хилки? Удачи, друг мой, и да будет победа за нами. Спасибо, брат. Ты возродил во мне надежду. Может быть ли он предателем? Кто знает, кто знает. Ох, нихера у вас сейчас косарь. Неплохо, неплохо. Эта комбинация может быть полезна. Так, влево, вправо, вправо.
Ну, слушайте, в принципе... Я даже не знаю. Ну, я думаю, вот это лучше прокачать. Можно еще и улучшить. Нужно, да, такие мощные атаки прокачивать. Хотя... Что там за 200 еще можно взять? Ну, типа, смотри, какие враги, но, в принципе, возьмем. Если те же самые мелкие враги могут быть опасны, лучше... А, так я еще не могу атаковать их в воздухе. Ладненько, давай. Медальон кристалла света. Давайте тогда, думаю, верхом на лошади. Мы с вами на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Хотя... Да, мы с вами на этом закончим. Поэтому всем пока.